новый компьютер в большом просторном стильном корпусе, настрою подсветочку, как нравится, под настроение. А тут посреди всей этой красоты красные символы вовсю светятся. Да еще и внизу противного цвета лампочка постоянно мигает. Вы знали, что это все можно отключить? Нет, черный маркер нам сегодня не понадобится. Перезагружаем компьютер, жмыхаем на клавишу Delete и в BIOS ищем настройку, связанную с подсветкой. На материнских платах от Asus, например, это называется Aura. И тут можно отключить абсолютно... Теперь наш компьютер радует глаз. А у вас бывало так, что собрал себе новый компьютер в большом просторном стильном корпусе, настроил подсветочку, как нравится, под настроение, а тут посреди всей этой красоты красные символы вовсю светятся, да еще и внизу противного цвета лампочка постоянно мигает. Вы знали, что это все можно отключить? Нет, черный маркер нам сегодня не понадобится. Перезагружаем компьютер, жмыхаем на клавишу Delete и в BIOS ищем настройку, связанную с подсветкой. На материнских платах от Asus, например, это называется Aura. И тут можно отключить абсолютно все лишнее. Перезагружаемся с сохранением настроек, и теперь наш компьютер радует глаз. А у вас бывало так, что собрал себе новый компьютер в большом просторном стильном корпусе, настроил подсветочку, как нравится, под настроение, а тут посреди всей этой красоты красные символы вовсю светятся, да еще и внизу противного цвета лампочка постоянно мигает. Вы знали, что это все можно отключить? Нет, черный маркер нам сегодня не понадобится. Перезагружаем компьютер, жмыхаем на клавишу Delete и в BIOS ищем настройку, связанную с подсветкой. На материнских платах от Asus, например, это называется Aura. И тут можно отключить абсолютно все лишнее. Перезагружаемся с сохранением настроек, и теперь наш компьютер работает. А у вас бывало так, что собрал себе новый компьютер в большом просторном стильном корпусе, настроил подсветочку, как нравится, под настроение, а тут посреди всей этой красоты красные символы вовсю светятся, да еще и внизу противного цвета лампочка постоянно мигает. Вы знали, что это все можно отключить? Нет, черный маркер нам сегодня не понадобится. Перезагружаем компьютер, жмыхаем на клавишу Delete и в BIOS ищем настройку, связанную с подсветкой. На материнских платах от Asus, например, это называется Aura. И тут можно отключить абсолютно все лишнее. Перезагружаемся с сохранением настроек, и теперь наш компьютер радует глаз. А у вас бывало так, что собрал себе новый компьютер в большом просторном стильном корпусе, настроил подсветочку, как нравится, под настроение, а тут посреди всей этой красоты красные символы вовсю светятся, да еще и внизу противного цвета лампочка постоянно мигает. Вы знали, что это все можно отключить? Нет, черный маркер нам сегодня не понадобится. Перезагружаем компьютер, жмыхаем на клавишу Delete и в BIOS ищем настройку, связанную с подсветкой. Зая, я сейчас музычку настрою, приду, все нормально, не приду. Зая, все нормально. Ну что, что хотите отсюда, у нас концерт. Сыграйте что-нибудь веселое, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну что-нибудь, ну, пожалуйста. Люди пришли на концерт, они до этого в туалете упыстрились, а вы своей музыкой замедляете, понимаешь, аппарат? Да что вы себе позволяете, сейчас охрану позову. Что? Охрана! Что и что? Охрана! И что, охрана? Охрана! 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 И что, где? Охрана! Охрана! Охрана в буфете дерется. $100, а второму не дал. Паша, ты меня позоришь. Да, я сейчас приду, я тебе сказал. Че вы такие кислые-то? А че рожи у вас такие кислые? Я узнаю эти рожи.
чего рожи у вас такие кислые? Я узнаю эти рожи. Такие рожи у людей, которые занимаются делом, которое им вообще не нравится. Понимаешь? Я уже Зая, я сейчас музычку настрою, приду, все нормально, не переживай. Зая, ну, все нормально. Ну, прошу вас, уходите отсюда, у нас концерт. Сыграйте что-нибудь веселое, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну что-нибудь, ну, пожалуйста. Люди пришли на концерт, они до этого в туалете убыстрились, а вы их своей музыкой замедляете, понимаешь, Абрам? Да что вы себе позволяете, сейчас охрану позову. Что? Охрана! Что и что? Охрана! И что, охрана? Охрана! 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 Охрана в буфете дерется! Без охраны с кем? В смысле? Ну я одному дал $100, а второму не дал. Паша, ты меня позоришь! Да, я сейчас приду, я тебе сказал! Что вы такие кислые-то? А что рожи у вас такие кислые? Я узнаю эти рожи! Такие рожи у людей, которые занимаются делом, которое им вообще не нравится, понимаешь? Я уже Зая, я сейчас музычку настрою, приду, все нормально, не переживай. Зая, ну, все. Смотрите, какая штука. Here's the original video. Жена одного бедного. Здорово, это Express Life. И я подключил свой смартфон к монитору и превратил в полноценную игровую консоль. Интересно как? Давай покажу. В предыдущем видео я подключил геймпад AliExpress к телефону, а теперь с помощью вот такого устройства соединил смартфон с монитором. Также его можно подключить через HDMI к телевизору. Все, теперь мы можем играть в самые разные игры на большом экране. Ставь лайк и подписывайся, тут ты узнаешь много интересного. Здорово, это Express Life. И я подключил свой смартфон к монитору и превратил в полноценную игровую. Так, куда? Так это, я электрик. Мне нужна девушка в комнате. Мама готовит на кухне плитку. Thank you.
Чё, копы положили, чё? Да чё тут произошло? А? Чё тут произошло? Чё, копстеры приехали, уехали? Приехали какие-то типы, расстреляли, уехали, всё. И всё, да. Да-да. Извините. Блять. Не баран. Блять. Thank you.
Прощай. Чего? А, блядь, его начевашник, блядь. Чё, чмош, ты сигналишь, блядь, я второй, сука, пнул. Чё, чмошники, они катаются, блядь. Почему он думал, что я его пихнул второй раз, сука? Блядь, дал он на баны, блядь. Его раптора, сука, пихнул, блядь. А Сентин так, сука, финика, блядь, не кидает никогда. Нахуй его второй раз, типа, блядь, с такой скоростью, блядь, как... У него просто, сука, логика, походу, не работает, блядь. Он, походу, даже не курсит, что такое Сэнкинг, блядь. Он, походу, даже не курсит, как Трайн Трафтер, как Сэнкинг Трайн, блядь. Сейчас видно, что чел арендует финик, арендовал финик. Он думал, что я, блядь, два раза подряд, блядь, нахуй, блядь, его ебанул. Охуеть можно, блядь. Чтобы на Сэнкинге, блядь, так хуй разгонаться с такой, блядь, сука, маленькой скоростью, блядь, дважды, блядь, охуеть можно, блядь. Это, походу, блядь, я, типа, нормал ГД собираюсь, давай, да? Похуй.
Больше никогда, блядь, никому нахуй не буду сдавать в аренду эту хуйню, блядь, полная не аренда, блядь. Здравствуйте, здесь. Да, я тут. Да, смотрите, у вас был вопрос по поводу авто вашего. Когда вы сдаете авто в аренду, то оно у вас автоматически пропадает из ваших машин, но остается в списке ВВ-10. Да, я знаю. Так, что у вас за вопрос? Вот у меня игрок, получается, который взял в аренду, получается, катался после того, как она, получается, ну, прошла аренда. Она появилась в списке, я видел, что GPS отодвигалась, короче.
странно, если честно. Нужно произошел какая-то шутка или баг, но вообще она возвращается, если не ошибаюсь, конечно, я могу там ошибаться в гараж сразу же после того, кого вы ее сдаете. А у вас один? А у вас одно транспортное средство? У меня вот два стоят вот рядом. А у вас дом одногаражный? Да, у меня второе парковочное место, вот эта машина. Точнее, у меня. Да. Я парковки просто арендовал. Странно на самом деле. Я не знаю, скорее всего, произошел какой-то баг. Такого вообще не должно быть. Правда, точно ты этого не смогу дать. Я вам, наверное, даже не знаю, как помочь. То есть у вас машина после этого всего продолжала дальше находиться в аренде у кого-то. Точнее, не продолжала находиться в какой-то в аренде. Ее кто-то использовал после этого, да? Да. Странно очень. Скорее всего, какой-то баг. Я администрации старшей передам. Не, можешь мне в технический раздел дадить информацию, вот это вот, баг вот этот. Можете попробовать, я просто правда сам не знаю, что из-за чего это может быть, поэтому задайте лучше вопрос их поддержку, там вам точно смогут на это верно ответить. Хорошо, спасибо. Все, приятный крик, хорошего настроения. Да, и вам. Сам там, конечно, копы сейчас были. Че они тут ходят? Че копы, кстати, ходят? Че копы тут ходят? Ничего не понял. Копы типа тут ездили. Смотрели. Я все же, мне как кажется, что там, походу, игрок знает какой-то баг, который можно забаговать в машину, чтобы так сделать, чтобы быстрее кататься. А, сначала вот ломбатку, чтобы туда два мусора сажать.
Да, скажи, меня подоел этот уже дрифт. За 3000 подкинешь? Куда? Подождешь за 3000. Куда? Очень срочно надо. Куда? Поехали. Куда? Подвести. Тут недалеко от офиса. До какого именно офиса? Да поехали. Я тебе метку. Скажи, что за офис. 3000. Ну пожалуйста, ну мне срочно. Подожди, надо. Сейчас поехали. Секунду, сейчас секунду, сейчас секунду. Блять. Алло, мужик, может ты выйдешь с автомобиля или чё, блять? Позови админа просто и всё. Напиши админу в репорт, что он не влазит в твои машины. Чё? И что администратор сделает? Тебя в тюрьму посадят за ПГ. Да? Да. Давай, если это не так, то ты мне 100 тысяч прям сейчас даешь. Чё, нафиг ты сел в мою машину? Я греюсь, я бомж. Машина была открыта, я не знаю, кто хозяин, я греюсь, я бомж. Ну я хозяин, уходи с машины. Я не знаю, я не могу тебе доверять. Чё, дурачок, я могу капот открыть, дурачок. Могу что, багажник. Я, в смысле, так любой человек может у машины капот открыть. Не любой. Допустим, не любой, лес. Что значит, машина открыта была, значит багажник и капот был открыт. Значит машина разблокирована или ты долбоёб. Чё, дурачок? Высади вот этот долбоёб, пожалуйста. А как я его не знаю. Ты спросил помочь. Знаешь, ничего он не требует, он раз дебил. Я просто требую 1000 долларов мне нахуй на карман, и я вылезу отсюда. Блять, еще че. Да админу напиши, админ напиши, что ты ждешь. О, все, ты малой нахуй идешь. Админу напиши. Дебил, блять, отлетел, дурачок. Видишь? Напиши админа, все. Чем тратить нервы, ну жди. Так ты скажи вежливо. Да, если говоря на эльфийском, просто... Эльфийский, если... ты знаешь правило, что ОЦ, АИС, упоминания родных запрещены в любом виде, долбоёб. Откиснешь на 15 дней, все, иди нахуй отсюда, малолетка. А кто? Так кто ты сам сейчас упомянул.
Сейчас тоже упомянул, вообще-то ты в курсе? Давай, кто, давай, давай. Я ты уверен, если упомянул? Да, ты упомянул. Ты уверен? Сам... Ты уверен? Да, ты, уверен? Сейчас, ты сейчас упомянул. Ты уверен? Если ты сейчас, я лично вызываю администратора сюда, и ты не скидываешь ему отказ с моим упоминанием, ты уебошиваешь за клевету нахуй. Ты потом просто в жалобе себя увидишь на 15 дней. Давай, 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 прямо сейчас, я хочу видеть, я готов позвать администратора прямо ну, сейчас. Ну что, прямо сейчас? Да? Давай, прямо сейчас. И ты, если ему не скинешь откат, если я не упомянул, то ты улетаешь. Я записываю, а не откатываю. Это 5 дней, это 5 дней. Тебе, долбоёб, а не мне. Ой, стачки. Блядь, чувак, я уже здесь 3 года нахуй играю. Я таких долбоёбов, вот как вы просто нахуй чисто, блядь, сижу, нахуй, и подъёбываю. Таких долбоёбов лысых, как особенно как ты, 695-й. И что ты, блядь, достаёшь планшет, блядь? Я же всё вижу, ебать. У тебя не рабочее время, блядь. Как ты достаёшь планшет, алё? Кажется, много ОС-оскорблений, кажется, тебе дофигища выдадут мут. О, видишь? Да нет, мне мут даже не выдадут. Как ты достаешь планшет не в рабочее свое время? Я вижу. Где ты видишь, что ты, где ты видишь, а я вижу, я вижу. Если ты не знаешь, что такое отыгровка это замена действий, если что, ты долбоеб ебучий. Я вижу твои действия через отыгровку, блядь. Или ты тупой? Вы, бля, ёбаные малолетние ослины, если пришли на ЛРП сервер, отыгрывайте, что в нем есть. Или вы пришли сюда и думаете, что я буду кататься на финике, и я буду недотрогой ебать. Че, долбоёб? Вот ты, это, долбоёб, в данный момент только ты долбоёб, ты только тут. Понимаешь, ты себе финик что-то хуйню какую-то морозишь, нахуй, я не понимаю, какие ты, где ты видишь, что ты планшет достал? Ему дали. Телефон, блядь. Ему мудали, смотри, блядь, ему мудали. Да я знаю, он вообще дурачок, какой планшет, я телефон доставал. Вызвал полицию, сейчас полиция приедет, поговорим. Человек, бля, не вылазит, капец. Еще тупой. Ну, бля, да похуй. Сейчас буду нянчиться с ним, блядь. Все, вылез. Долбоёб.
Ты чё, Сёр, тебя куда везти? Да, прикол. Отметку кинь. Метку. Да, да, прикол, мне нужна метка, не нужна метка. Ты на приколе? Да. Улетаешь на форум, отлетаешь. Давай, добивай, давай, давай, чтоб точно вылететь на форум. Чё молчишь? Давай, давай, отлетаешь на форум, давай, давай. А, это тот чмошник, 80-й гражданин, сучка, блядь. Thank you.